В минувшую пятницу ученики Тверского центра образования имени кавалера Ордена Мужества Александра Отращенко пополнили ряды кадетских классов ФСБ. Торжественная церемония принятия присяги проходила в мультимедийном парке «Россия. Моя история». Гостями праздника стали родители школьников, ветераны и сотрудники спецслужб, представители органов власти. В последние годы кадетское движение активно развивается по всей России. Тверь не исключение. Кадетские классы организованы в более чем 30 школах столицы Верхневолжья. И вот теперь еще свыше 30 школьников, приняв клятву присяги, присоединились к этому движению, в приоритете которого, как у прадедов-фронтовиков, защита нашей Родины. Не только на службе уровня всех, но на каждом вашем рабочем месте. Сейчас в Центре образования имени Александра Отращенко уже 3 кадетских класса ФСБ. Первыми были те, кто 2 года назад в такой же волнительной атмосфере произносил слова присяги. Сейчас ребята 10-классники. 2 ученицы именно этого 10-го К-класса были поощрены благодарностью председателя Тверской городской думы. Екатерина Кокорина и Елизавета Кучеренко минувшим летом изъявили желание помочь военнослужащим, участникам специальной военной операции. Во время летних каникул в рамках волонтерского движения тверские девушки-кадеты помогали в военном госпитале. Поездка настолько сильно на меня повлияла, что теперь я определилась с тем, что буду военным врачом. Этот поступок 2 тверских школьниц без лишних слов говорит о правильном направлении по воспитанию ребят в кадетских классах. Мы проходим так называемую начальную военную подготовку. У нас много дополнительных занятий. Они очень интересные, насыщенные. Также мы ездим на разные соревнования. Мы уже выезжаем в разные города, не только в области. Спасибо наставникам, которые именно воспитывают эту девочку. Воспитывают в них вот этот вот качество любви к родине, к патриотизму. И, конечно, всем нам мирного неба над головой. Спасибо.